Завершаем выпуск приятной новостью. В июне якутяне будут дополнительно отдыхать почти неделю, в сумме, разумеется. Первые праздничные дни начнутся уже буквально на следующей рабочей неделе. 12 июня отметим День России. Это значит, что у трудящихся будет три выходных дня, с 12 по 14 число включительно. Еще один масштабный, пожалуй, главный летний праздник для жителей Якутии – Эсэх. В этом году он выпадает на воскресенье, 21 июня, поэтому выходной перенесут на понедельник. Но это касается только тех, кто работает в республиканских и муниципальных учреждениях. 24 июня тоже будем отдыхать. На этот день президент страны перенес празднование юбилейного Дня Победы. За этот выходной заработная плата сохранится.